Всем привет, мои уважаемые подписчики! Вот и залетает новый видеоролик. В этом видеоролике мы пойдем в наше любимое место под названием Казик. Братан, Казик не является способом заработка, это всего лишь развлечение. Никогда не иди играть на последние бабки, ведь ты можешь слить все. А если ты еще не играешь у нас на проекте, переходи по ссылке в описании, скачивай лаунчер и заходи в игру. А для комфортной игры тебе нужен самый лучший промокод, который ты увидишь на экране. Вводи мой промокод Трунов и становись самым богатым человеком в нашем штате. Также хочу сказать, что я не являюсь никаким ни гуру казино, не предоставляю никаких услуг, мы просто идем играть вместе, делаем контент. Ты также можешь со мной выиграть, а также можешь и проиграть. Но если ты хочешь со мной поиграть, для этого тебе нужно поставить лайк и написать комментарий. Каждое воскресенье я запускаю стрим и рандомайзером выбираю, кто со мной пойдет. Давайте смотреть новый видеоролик, не забываем. Еще раз, поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий, а также поставь колокольчик, чтобы приходило уведомление. А всем, кто кушает, приятного аппетита и всем приятного просмотра. Если ты хочешь конкретно закинуть мне бабла нахуй, вот, я тебе сейчас номер карты напишу. Ну, если ты хочешь, конечно. Ставку сколько? По 1000, да? Да, да, по 1000, да. Давай на 2 нуля нахуй, на 16 и на 34. Слава, сконцентрируйся, пожалуйста. Очень много. Я ж так ссать хочу, нахуй, блядь. Тут концентрация, блядь. Сходи, мы подождем. Погоди. Так там, в смысле, если у тебя даже доллары есть? Ой, блядь, заебись. О, охуенно, да. Охуенно. Ой, хорошо. Браво, браво. Давай. Ладно, так, ну смотри, мы 5 миллионов бэкинг, блядь. Все, телеграм. Нуля, считаю. Я выдохнул, хорошо. Поставь на 18. На 1000 так же? Да. 18, 17, 36, 36. 36? Да, ставь, блядь! Он сегодня две ставки не успел поставить, они две зашли, когда солил. Какие? Девятка, что ли? На 33. Стой. А сделай-ка по 2000 ставку, прям чулечка. Ой-ой-ой, это тебе не когда. Поставь на четверку. 15 и поставь на 11. По 1000 обратно сделаем. Понемножечку, помаленечку, по копеечке, по зернышку, по семечку. Я на работе. Дети на мираже. Спасибо большое, Вест. Пиздец. Ты там че, мультимиллиардер нахуй? Так, поставь на 17, на 20 и на Стаса. Я уже запомнил. Веду через Агробанк, не получилось. Донатер, напиши в чат, кстати. Давай. Бля, нет. Сделай по 1500, надо вот сейчас прям забирать и ходить. Надо. На 2 нуля ставь, на 2 нуля. На 23 и на 26. Ставь на 33. На 26 и на 20. Дай нам 5 миллионов. Давай оба. Давай. Хорошо. Поставь жестко дышу. На девятку, на девятку все? Поставь. Не, какой, все, давай. Да, на девятку. Да. На 2 нуля и на однерку. Надо десятку делать. Сейчас смотри, скайпом анимация, смотри, на нули сейчас залетает. Смотри. Это самое важное. Смотри, пошла.
Бля, Слав, ты ну лютый. Ты просто наебанный, ну, я просто лютый. Не могу понять. Стой, погоди. Вася. Давай еще. Давай еще. Ставь на 36, на 13. Самая печаль ушла, Слав. И поставь на однерку. Если еще зайдет, то вообще здраво будет. Смотри, сейчас еще анимация такая залетает, нахуй. Чисто нахуй, на нули, блядь. На однерку, нахуй. И однерку. Тогда я буду прям счастлив, честно, будет. Смотри, смотри. На Демиру, Не-не-не. 21. Так, смотри. Я останавливаюсь. Смотри, смотри, падало 27, 26, 21. Ставь 20, 22. Ставь на 32. Он садик тоже перехотел. Давай залетай. Вот так вот, оба. Сука, 26. Так, ну смотри, она дала 26, 27, 26, 21, 26. На 2-0-0 на девятку. Сейчас от даст будет у нас 17-16 миллионов. Кайф, он такой чистый вот. Давай вот на нули заход такой прям, смотри. Вот тройка, сука. А ты на что? На 25? Да. Угу. Десятка. Блин, ну, это ладно, я бы сейчас. Он бы меня. Ты еще сделай, ты еще сделай. Загрызнет, нахуй. Да он сегодня две ставки мои проебал. Пиздец, нахуй. На 13 поставь. А стоп. На 12. 500 делай быстрее. 12. 260! Харри 12 падает, смотри. На ней не понял. 12 падает, это не. 29. Вот как будто бы, не знаю, еще есть смысл это? Нет. Я все надеюсь, на 5 миллионов, надо ли? Вопрос. На сколько в плюсе? На 9, на 5. На 5? Сам у меня сейчас 15 миллионов, считай. Mm-hmm. Смотри сам. Если он выведет, сколько там, десятка же будет? Да. Да, блин. Я перегнул бы на рыбу. Сколько там? 10-64. Теперь у меня есть фанаты, я богатый, знаю много лиц талантливых, правда. Иванов, а помнишь, как я бездарно вам зачитывал факты? Что ты нахуй?